Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. Меня зовут Ирина, и вы на канале «Репортажи моей жизни». У меня немного созрела в теплице болгарского перца. Иду собирать урожай. Ой, ну какие красавчики висят! Я перец всегда сажаю трех цветов. Красный, оранжевый и желтый. И вот такой вот трехцветный микс, он очень красиво смотрится в заготовочках. А еще я стараюсь сажать перец не только разноцветный, но и разнокалиберный. Крупный, средний и мелкий. Крупный толстостенный перец у меня идет на приготовление свежих салатов, заморозку. И еще я добавляю его при мариновании томатов и огурцов. А средний и мелкий перец я фарширую. Но со средним перцем понятно, да, он хорош для фарширования. А вот мелкий, некоторые спросят, зачем, для чего это фаршировать? Просто однажды я купила семена и не посмотрела на их массу, до какой степени они вырастают. И у меня выросло несколько кустов вот такого вот мелкого перца. Ну, как мелкого? До 60 грамм его масса. Усеянные кусты, очень много его на кусту. И я его зафаршировала, попробовала зафаршировать. И вы просто не представляете, как это красиво смотрится на праздничном столе. И в этом году я специально купила такие семена, чтобы зафаршировать такой перчик и подать его к праздничному столу. Убираю перец в морозильную камеру, делаю, так сказать, запасики на зимнее время. А из остального фарша сделаю котлеты. И котлеты у меня в этот раз будут большие, с ладошку. Ну, хочу я сегодня их такими сделать. Друзья мои, вышла в огород. Здесь мне предстоят небольшие дела. Но в первую очередь обрежу тыкву. Она у меня заползла на вишню. И у меня теперь не вишневое дерево, а тыквенное. Нужно маленько это дело пообрезать.
Конечно же, все я обрезать не стала, но мне жалко. Пару плетей на вишне оставила. И смотрите, какого гиганта я под ней обнаружила. Я прям ахнула. Вот это тыква! На этой грядке рос горох. Мы его слопали. Грядку я почистила и решила посеять еще, так как осень обещает быть теплой. Горох уже взошел. Надеюсь, он успеет дать урожай. В этом году яблок нет, но зато есть небольшой урожай груш. Небольшой, но это тоже хорошо. Земляника почти полностью отплодоносила. Я сначала хотела просто ее почистить, убрать сухие листья, цветоносы, но потом решила полностью обрезать. Листочки почти все сгрызанные гусеницами, слизнями, не знаю кем. И она маленько начала подсыхать, я решила обрезать полностью. Тем более время еще есть до зимы, она успеет нарастить зеленую массу. Пошла за куриным перегноем. Надо подкормить земляничку. Клубнику я подкармливала, покупала органические удобрения. А вот земляника осталась у меня голодной. Сейчас мы это дело исправим. С земляникой я справилась, осталась грядка, на которой рос лук и который я давно убрала. Здесь остался лук-порей и засохший укроп. Я его сейчас уберу и грядку приведу в порядок. И на этом все, мои хорошие. Репортаж мой окончен. Всем до свидания. До новых встреч.